Последнее воскресенье ноября, по традиции, отмечают праздник самых нежных и любимых – День Матери. В честь праздника в зале районной администрации прошел торжественный прием главы Северского района Адама Джарима. Он поздравил всех собравшихся матерей и поблагодарил за достойное воспитание детей. Я хочу, чтобы все, что вы сегодня дарите – любовь, заботу, рано встаете, поздно ложитесь – я уверен, что везде порядок, чистота, уют. А самое главное, вы своим примером показываете своим детям, как нужно жить. Крепкого-крепкого вам здоровья, семейного благополучия, любви. Берегите себя, своих родных и близких. С праздником мира, добра и благополучия. На приеме присутствовали многодетные мамы из всех поселений района. Каждая из них всегда поддержит свое дитя, поймет и согреет своей любовью. С ответным словом выступила Наталья Стругова из поселка Ильский. От себя хочу пожелать всем мамочкам здоровья, еще деток по возможности, чтобы вы никогда не болели, чтобы любили вас ваши дети, отдали вам взаимную любовь свою и обязательно чистого неба над головой. С праздником всех! В этот день ни одна мама не осталась без внимания. Каждой женщине подарили букет ароматных цветов и памятные подарки. Хорошее настроение гостям дарили артисты Северского района. Мама – самый любимый, родной и дорогой человек для каждого из нас.